Коммунальное хозяйство. Утверждена городская программа по подготовке к зиме. Горячая линия. Жители волнуют ремонт коллекторов по улице Энгельса. Футбольная команда. Фанаты «Торпедо» провели флешмоб в поддержку спортсменов. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19 часов, повторы в 6 утра, в 6:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте ravita.info.